уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленной задачи, кто воплотил идеи ученых и конструкторов на практике. Большое спасибо. Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями УПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения. Хочу еще раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины.